Андрюш, гусиную лапку возьми, доски отрывать будем. Что взять? Ну, гвоздодер, так называется, гусиную лапку. Вот сюда вставь. Ага, так. Давай, ну. Не получается. Давай вместе. О, так, с другой стороны там. Да, давай. О, молодец, хорошо. Гнилой все. Ну что ты хочешь? Дому 100 лет в обед. Я его 30 лет назад покупал, он к тому времени уже сколько простоял. Ну да. Дедушка, а что мне дальше делать? А, сейчас гвозди из досок вынимаю, вон пассатижи возьми. Пап, ну ты что? Да так, ну что? Что-то ты в последнее время задумчивый. Дедушка, а можно я буду гвозди выпрямлять? А, давай, хорошо. Ну что? Ну что, менять надо, раз уж решили. Да какой смысл? У нас по всему дому то же самое. Новый надо строить. А это что? Ломать? Ну а как? Па. Ну что с тобой такое? Ай! Ай! Что, по пальцу? Ага. А, ну ничего, бывает. Да хватит рыдать. Ты мужик или кто? Андрюш, что случилось? Расскажи. До свадьбы заживет. Да, да, мужчины они такие, они посочувствуют. Пойдем в дом обработаем. Пап, ну что делать-то будем? Прости, на кафедру задержал. Это обещало же, в 6 часов. Вечно тебя кто-нибудь задерживает. Ладно, поехали посмотрим образцы домов. Если что-нибудь понравится, отца туда притащим. Да. Да, это я. А кто это? Что? Когда? А он... Что случилось? Отца машина сбила. Как вы? Ну, нормально, мама. А где Андрюша? В комнате у себя. Он поел? Да. Я пойду к нему. Подожди. Давай лучше я сам. Вы его похоронили.
когда бабушка умерла. Мне всего 3 года было. Совсем маленький был. Еще меньше, чем ты. Папа мне всю жизнь посвятил. Хорошим он человеком был. Порядочный. Сергей Анатольевич, наш почтение. Здрасте. Все, ворота чините. Да, реки надо поправить. Ну да. Дом есть дом. То одно надо, то другое. Только успевай поворачиваться. А когда еще огород, вообще не разгибаясь, приходится. Да, у меня же письмо. Вернее, не вам, Анатолий Иванович. Вот жизнь. Человека месяц как нет. А письма еще идут, идут. Ну, ладно. Всего доброго. До свидания. Понятия не имею. Пишет женщина, судя по всему, хорошо знала отца. Рассказывает о своей жизни, что недавно переехала в наш край. Меня упоминает. А что странного? И она пишет, что отец ее предал, что она его простила. Вот. А что мне перенести пришлось за это время, так не приведи Господь. Конечно, предал ты меня, жизнь мою всю покалечил, но зла на тебе я не держу. Тебе тоже можно понять. Потом мне привелось увидеть вещи и похуже. Ну, ерунда какая-то. Ну, как же ерунда, если она такое пишет. Да, странно. Адрес есть, фамилии нет. Тем более. Надо понять, кто это, как-то разобраться в этом. Письмо-то для Анатолия Ивановича, а его уже нет. Тебя-то это как касается? Отца нет, зато я есть. Она же обвиняет в непорядочности. Мне нужно понять, что произошло. Серега. Все, я решил. Сергей, сын Анатолия Ивановича Коростылева. И что? Вы знаете такого? Глаза не видела. Подождите, я получил от вас письмо. Я уже 10 лет никому не пишу. Сейчас полицию вызову. Жулье ходит тут всякое. Да подождите вы. Ну как же не вы, а кто тогда? Адрес же ваш написан. Мне просто нужно узнать подробности того, что там написано. Адрес мой. Писала не я. А кто? Никто! Извините. Постой. Может, моя постоялица писала? Комнату мне снимает. Думаете, она? Я ничего не думаю. Тебе надо, ты и спрашивай. Вон ее дверь направо. Спасибо. Адреса письмо пришло. Скажите, это вы писали? Что, что с вами? Вам плохо? Чего? Я сейчас.
Дайте воды скорее. Может, и чаю горячего сделать? Там женщине плохо. А мне что, хорошо? Господи. Выпейте воды. Спасибо. Вам лучше? Спасибо. Скажите, это вы писали? Сергей? Да. Я твоя мама. Посмотри на него. Какой наглый, а? У нас дома такая же есть фотография. Тебе кто разрешал брать? У него своя кружка имеется. Простите, он не знал. А вот этот шрам у тебя... Это тебе 2 годика было с половиной, ты с качели упал. Ну да, я помню. Ну, то есть папа рассказывал. Он пошел с тобой гулять и не уследил. А я так ругалась на него. Так ругалась. Папа рассказывал. Скажи, а под коленкой у тебя след от ожога остался? Остался. Мы тогда в лесу картошку пекли. А уголек отлетел, а ты так плакал, плакал, плакал. Я тебя еле успокоила. Не помнишь меня? Нет. Не узнаешь. Свидетельство о браке. Я сейчас тебе еще паспорт покажу. А, нет, не надо. Я верю. Верю. Скажи, а чего Толя сам не пришел, не захотел? Что? Что? Папа умер. Когда? Да, с месяц назад. Надо же, я так давно хотела написать, я, знаешь, я просто все не решалась, а тут вдруг как-то что-то почувствовала, видишь, а не успела. Сынок, я виновата перед тобой. Я перед тобой очень виновата, ты меня прости. Мы с тобой как договаривались? Мужиков не водить, а ты что делаешь? Он сейчас уйдет, простите. А знаете что? Поехали к нам домой. Нет, куда? Поехали, поехали. Нет, 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 я не поеду. Ну, поехали. Ну как, вот просто так, что ли, как сейчас, прям сразу? А чего? Поехали. Что с Анатолием было-то? Болел? Да нет, машина сбила. Ну как это? Водителя до сих пор не нашли. Ищут. Не остановился даже. Ты что? Горе-то какое. Сереж, неудобно мне как-то, да? Да ну, мам, о чем ты говоришь? Тебе все будут очень рады. Я машину там покажу. Пойдем. Проходи, проходи. Вот.
наше гнездо. Какие хоромы? Да какие хоромы, все ремонт требует. Андрюш, Коля, идите сюда. Знакомьтесь, это моя мама. Мама. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы моя бабушка? Ну, выходит, что так. Только я вот гостиниц не успела купить. Как-то все неожиданно получилось. Да какие гостиницы? Пойдемте в дом, будем обедать. Спасибо. С Анатолием на прииске работали, я учетчицей была, а там много бывших зэков тоже работала. Но я изразилась от них туберкулезом открытой формы, а это же очень опасно для всех. А Сережка тогда совсем маленький был, меня отправили в больницу областную, а это прям совсем не близко от нашего прииска. И Анатолий сначала часто приезжал, очень часто, а потом… Ну, мам, рассказывай. Ну, потом все реже и реже. Потом я поняла, что у него появилась женщина, наверное, какая-то. Вот. Нет, Сереженька, я Анатолия давно простила. Это жизнь. Ты знаешь, я когда через год вышла из больницы, я сразу хотела поехать забрать тебя. Но у меня ни денег не было, ни жилья. Я просто подумала, что с отцом тебе лучше будет. Ты прости меня, конечно, я тебя предала. Да, но я долго не решалась написать. Я все время боялась помешать тебе, понимаешь? Я не знаю, что тебе про меня наговорили. Мне сказали, что ты умерла. Прости меня. Мамочка. Вот ты простишь меня. До сих пор не могу в себя прийти. Да уж, я-то в шоке. А ты? Даже представить себе не мог, что отец на такое способен. А ты не думай об этом. Ну, разные бывают ситуации. Ну, какие ситуации? Все ясно, как день. Он ее предал и оставил умирать. Мы всего не можем знать. Ну, мало ли что между ними было. Можно мама пока у нас поживет? Андрюха сможет со школы забирать, а что он на продленке мается? Ну, конечно. Конечно. Вот ваша комната. Это комната Анатолия Ивановича? Была. Мы здесь так еще ничего и не трогали. Вы, если хотите, здесь можете все по своему усмотрению переставить. Не надо, не надо. Все прекрасно. Для меня это вообще хоромы царские. Я сейчас белье застелю и уйду. Оленька, не надо. Я сама. Ну, я что, барыня, что ли? Спасибо. Ну, хорошо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Устроились? То есть устроилась? Спасибо. Очень хорошо. Заходи. Ты когда маленький был, я тебе колыбельную пела. Не помнишь? Баю-баю-баюшки. Прискакали заюшки.
Люли-люли-люлюшки. Прилетели гулюшки. Стали гули гулевать. Стал Сережа засыпать. Проснулся мой сладенький. А что ты жарил? Оладушки любишь? Ага. Садись. О, запах. Доброе утро, Сереженька. Садись. Садись. Давай, пока горяченький. Сейчас я вам сметанки дам. Оленька, доброе утро. Ничего, что я тут хозяйничаю. Я просто рано проснулась, думала, мальчишки встал, вот решила вот оладушки приготовить. Ничего, ради бога. Давай, садись, садись. Приятно, когда тебе не дают приготовить завтрак. Как сказала? А знаешь, бабушка сколько игр знает? Сколько хочешь, научу. Ага. Всталочки умеешь? Нет. Ну, догонялки. А, да. Ну, беги, догоню. Победила, победила, победила. Всталочки здесь здорово играть. Участок большой и дом очень красивый. Дедушка его чинить собирался. А папа с мамой хотели его сломать и новый построить. Правда? Но дедушка потом умер. Но папа все равно хочет дом новый строить. Молодец, папа. И корабль обещал со мной достроить. Только у него все времени нет. А хочешь, я помогу? Угу. Да? Ну, беги, я сейчас приду. Хорошо, я тебя жду. Сынок. О, Ромочка. Все работаешь? Да. Не устал? Да нет, чего не уставать-то? Ну как, всю неделю трудишься. Смотрю, он в выходной ни минуточку не присел. Да, повезло Ольге с тобой. Давно в отпуске-то были? Да ну, давно. Последний раз на море вместе ездили. А я тоже, знаешь, как отпуск придет, все, денег не хватало. И как-то вот не получалось. Слушай, так давай мы тебя отправим на море. Правда? Mm-hmm. Ты знаешь, Сережка, я бы в Москву мечтала съездить. Красную площадь посмотреть, там по музеям походить. Это не проблема, завтра куплю билет. Да? Конечно. Нет, нет, я одна не поеду. Ну куда? Мне с вами хорошо, я с вами так. Спасибо, сынок. Она на Москву мечтает посмотреть. Одна боится. Может, мы с ней съездим? Все вместе? Ну да. Мы на работе сможем отгулы взять, а только в Андрюхе нужно с классной руководительницей договориться. Ну, теоретически я могу поговорить на кафедре. Ну, это хорошо. На завтра созвонимся и решим окончательно, да? Thank you.
просто забота. А вы уезжать собираетесь? Да. Где? Ну там, ждут в кабинете. Алло, мам, привет, это я. Слушай, ну мы с Олей договорились, что там было. Так что в понедельник можем ехать. Да, билеты сегодня возьмем. Ирина, прости, пожалуйста. Ну, можно не на самолете, а? Нет, я правда боюсь. Честно, у меня, знаешь, как-то летело. Думала, сердце не выдержит, не долечу. Поездом. Да, дольше. Ну, а ты попроси отгулы еще на 2 дня. Вместе поедем. Ну, веселей будет, сынок. Спасибо, Сережа. Спасибо, сынок. Бабушка, а почему не на самолете? Тебя не спросили, щенок. Прости. Прости, пожалуйста. Ну, прости. Андрюш, ты уроки сделал? Мам, ну скажи бабушке, что на самолете лучше. Оль, я правда не могу. Давай, как папа решит, так и будет, хорошо? У нас лоб горячий. Ну, пойдем температуру померяем. Ну, нету у нас больше запчастей, Сергей Анатольевич. Мы уже заказали. Неужели сейчас нельзя ни одной партии нормально отпечатать? Извини. Да, Оленька? Что случилось? Почему не можем? Да нет, ну, Андрюшке температура 38. Нет, мы не поедем. А езжайте вдвоем. Хорошо, давай вечером решим. Ублюдок! Не может быть, чтобы она так сказала. Сереж, у меня со слухом все в порядке. Ты просто расстроилась, что Андрюха заболел. Ну да, да, давай будем считать, что я ошибаюсь. Да поверь мне, она разозлилась, что поездка сорвана. Она не сорвана, я же предложил, чтобы мы поехали вдвоем. Она отказалась. Слушай, не понимаю, а почему бы вам не съездить? Скажу, как же я поеду, если внук болеет? Олечка, Сереж, здравствуйте. Здрасте, Игорь Андреевич. Добрый день. А что ж вы на улице? Могли бы в тепле подождать. Да неудобно как-то. Там незнакомая женщина. Ясно. Пойдемте туда. Вот я и решил на воздухе подождать. Сережа, у меня не получилось на похороны приехать. Я в командировке был. Вот решил Толю помянуть. Ясно. Светлая память Анатолию. Земля ему пухом. А где же... А, мы уборку делали, потом забыли поставить. Ну? Лучший мой друг. Больше 30 лет дружили. Никогда больше не встречал человека более порядочного и честного. Да уж. Сколько он мне помогал по разным поводам. На прииске, знаешь, работа такая, да и люди. Да, ну рассказывал. Мы последний раз с ним виделись где-то за неделю до моего отъезда и... И что? Он был какой-то возбужденный, неспокойный. Да. Сказал, будто что-то происходит, но что именно, он не знает. И сказал, ему кажется, будто за ним кто-то следит. Следит? Ну да. Я только в ответ рассмеялся. Не, ну бред какой-то. Ну, кому надо за ним следить?
тоже показалось, что он в последнее время какой-то беспокойный. Все время задумывался о чем-то. Не знаю, может, действительно его не случайно машина сбила. Ну вот и ты туда же. Да ты знаешь, каким человеком был Анатолий? У него никогда не было врагов. И быть не могло. Давай еще по одной. Валентина Васильевна, они же еще не высохли. Валентина Васильевна, зачем? Они не отстирались. Их сначала нужно замочить, потом взять щеточку и воротнички с манжетиками оттереть, тогда грязь отойдет. Да ну ничего, мне же не трудно. Я же знаю, как ты устаешь, как у тебя дел много. Я сделаю. Сметанки, мамочки. Спасибо. Андрюша, ешь. Не хочу, мам. Так, кто болел? Кому нужно сил набираться? Мам, ну не хочу я. Давай хотя бы половинку. Как вкусно. Ой. Что такое? Что случилось? Ничего страшного, волос попался. Не может быть, я... Ну, я же говорю, ничего страшного. Оля. Что Оля? Ребята, ну перестаньте ругаться. Ну, волосы, волосы, ну. Меня тошнит от вашего волоса. Хоть ты замолчи. Не кричи на ребенка. Ты на меня. Ой, ну вот, из-за меня поругались. Мам, да никто не ругался, просто... Действительно, бывает невыносимо. А сколько лет ты уже живете вместе? 8. Угу. Это срок. Ну, какой еще срок? Ну, этап жизни. Говорят, что люди, бывает, устают друг от друга. Кто нет, кого не устал. Ты знаешь, конечно, это не мое дело, я не хочу вмешиваться, но... Что? Ну, нас, баб, чтобы не дурили, знаешь. Вот так держать надо. Добрый день. Оля? Ой, Витя. Привет. Привет. Ты совсем не изменилась. А ты здесь какими судьбами? Да я так, решил по второму кругу институт закончить. В смысле? Пригласили преподавать социологию. У нас на кафедре? Да. То есть мы теперь с тобой коллеги? Получается, что так. Женат? Да. 3 года. Доченьке 3 года. А ты? Я тоже. Сыну 7 лет. 7 лет? Это ж когда мы с тобой последний раз виделись? Да. Ну, ладно, увидимся. Беспокойство.
Скажите, вы вот так все время сидите у окна? Да, считай, все время тут у меня рабочее место. А что вы хотели? Прямо перед вашим домом чуть более месяца назад произошло дорожное происшествие. Человек избили. Нет, это нет, про это мы говорить не будем. Да я только хотел спросить. У моего мужа больное сердце, ему волноваться нельзя. Скажите, вы что-то видели? А ничего он не видел. Я ему и в полицию запретила обращаться. Вы из полиции? Нет. Лена, ну подожди, пусть молодой человек объяснит, почему это его интересует. Не надо мне его пояснений. Уходите, пожалуйста! Так мой отец. Он погиб. Лена. Ну что, Лена? А кто будет вокруг тебя скакать, когда ты со своим сердцем? Ты что, не слышишь? Молодого человека отец погиб. Делай, что хочешь. Да, молодой человек, я все видел. Наезд был преднамеренным. Никакой случайности. Водитель это сделал специально. У меня есть свидетель, он инвалид, работает дома и все время сидит у окна. Ага. И как он это понял, этот ваш свидетель? А? Он говорит, что в последний момент отец увидел машину, попытался выскочить из-под колес. Водитель повернул руль и все равно сбил его. Сергей Анатольевич, ну вы это сами понимаете, что эти показания ничего не стоят. Может, как раз наоборот, водитель пытался уйти от наезда. Пешеходы, обычно завидев автомобиль, начинают метаться по дороге. А из-за этого часто и происходит наезд, потому что водитель просто не может уйти от столкновения. Вот и все. Этот мужчина говорит, что есть еще один свидетель. Как вы их так находите, а? Все видели, одни мы ничего не знаем. Ну и где? Где этот ваш свидетель? Тоже инвалид? Сидит дома у окна? Нет. Он сейчас на даче. Я его найду. Найдете, приводите. Запретите я вам этого, конечно, не смогу. Но хочу сказать честно, толку от этого будет мало. От чего будет толк? Если найдем водителя, вот тогда будет. Так ищите! А чем мы, по-вашему, занимаемся? Баклуш, что ли, бьем, что ли? Ну, а почему так поздно? У нас через неделю все равно заседание. Я не понимаю, зачем так срочно собирать кафедру? Да, это его аспирант, и что, теперь мы должны в перепрыжку все нестись? Бред какой-то, ну. Опять до ночи сидеть будем? Хорошо, я приду. Валентина Васильевна, а? Что? Я, скорее всего, буду поздно. Ужинайте без меня. Конечно, Оленька, не волнуйся. Хорошо. Все, давайте садиться уже. Невозможно больше терпеть. Ну, Сереженька, ну давай все-таки Олечку подождем. Ну, вместе же веселее ужинать. Слушай, уже 7:30. Часто она так поздно приходит? Нет, не часто. Ну, как вот на прошлой неделе 2 раза. Сегодня. Чего они там вечерами делают-то? Я ей позвоню. Уж не беспокой. Пусть работает. Чего? Пап, пойдем корабль строить. Андрей, я занят сейчас. Пап, ну ты всегда занят, только обещаешь. Ну сказал же, занят. Зачем на ребенка-то кричать? Он-то здесь при чем? Садись, Андрюшка, давай.
Можно узнать, где ты была? Где же еще? На работе. Что-то плохо верится. Что? То, что ты слышала. У тебя все в порядке? У меня все в порядке. А вот ты в последнее время взяла моду приходить черт знает во сколько. Почему мы должны гадать, где мама болтается, во сколько будет? Можно не разговаривать со мной в таком тоне? Я предупредила, что приду поздно. Кого ты предупредила? Твою маму. Интересно, как так предупреждала, что она ничего не слышит? Я не знаю, она мне даже ответила. Но она сказала, что ты не предупреждала. А это уж у нее нужно спросить. Почему она то слышит, то не слышит. А уж как рот откроет, тут же меня по-моему поливает. Не смей так говорить о моей матери! Можно я в своем доме буду говорить то, что хочу? Оставь мою мать в покое! А она пусть оставит меня! Я тебе сказал! Чтобы больше слова не слышала о том, где и почему я задержалась. Попробуй еще раз, заведи об этом речь. Я не понял. А что, Серега сегодня за тобой не приедет? Не-а. Так, может, тебя подбросить? О, нет, спасибо. Сама доберусь. Мне пройтись надо. Извини, может, что-то случилось? Да свекровь у меня случилась. А, это та, которая нашлась? А какая же еще? А Серега что? Да что Серега? Смотрит матери в рот. У него с отцом таких отношений не было, а тут прям всегда самостоятельно был. Ну, мать есть мать. Не волнуйся, все образуется. Угу. Ой, Вить, ну не надо. Извини. Пока. Пока. Извини. Добрый вечер. Ты сегодня вовремя? Пять нехорошо. Почему же? Я рад. Чего ж ты не позвонила-то? Я бы за тобой заехал. Ничего страшного. Прошлась пешком. Вот так от самого института и шла. Что ты хочешь? Я... Ну, я слушаю. Ну, ты же знаешь Витю. Я ему все объяснила, он все понял.
никак не можешь забыть свою институтскую любовь. Это было 100 лет назад. Ты опять вернулась? Понять ли теперь вечера ты проводишь? Странно, что ночевать домой приходишь. Молчи. Шлюха. Андрей, собирайся. Куда? Мы едем к бабушке. Ты полез. Я на радостях чуть не запел. Он так орал на нее. Я думала, он меня убьет. Она испугалась сына, подхватила из дома. Убежала, он даже не заметил. А когда увидел, аж взбесился. Я думала, он дом подожжет. Ну, а как? Его шалаву застукает, ты взбесишься. Потому что правильно. Врать не надо. У нас же бабы двое. Да. Кроме тебя. Как думаешь, не поедет за ними? Вернуть не захочет? Не захочет. Ну вот, пол проблемы решили. Как с ним потом быть? Я разберусь. Без нее легче будет. Спасибо, я не хочу. Чего так? Да, устал просто, на работе поел. Ну вот, а я готовила, старалась. Спасибо, мамочка, правда, я потом поем. Переживаешь. Конечно, переживай. 2 недели их уже нет. Я сама по Андрюшке соскучилась. Не знаю даже, что делать. Ну, что делать, что делать? Захочешь, сама вернется. Ну, твою волю не знаешь. Если себе в голову что-нибудь вбило, не отступится. Семья – это не место, где характер показывать. Ничего, поживет одна, помается. Не знаю, на самом деле, я сам виноват. Ну, мало ли где она задерживается-то. Ну, зачем врать-то? Значит, не все так просто. Вот один раз уступишь, слабину почувствует, на шею сядет. Бабы не силу любят. Ну, не все. Все. А когда мужик как тряпка, и все об него ноги вытирают, это не жизнь. Ладно, пойдем. Пойдем, я тебя кормить буду. Пойдем. Пойдем. Иди. Мам, а когда мы уже домой поедем?
Пока не знаю. Я хочу домой. Тебе что, плохо у бабушки? Нет, но дома лучше. Когда я решу, тогда и поедем. Но мы здесь уже столько времени. Ты что, не слышал, что я сказала? Ну что? Сергей звонил? Нет. Отлично. Вначале учинил скандал. Потом оскорбил. А теперь он ждет, что ты к нему на коленях приползешь. Мам, перестань. Я сама дура, сама виновата. Это ты про Виктора? Ну кто же мог знать, что он по тебе до сих пор сохнет? Ой, мам, перестань. Сразу было понятно. Ты что, Витю не помнишь? 350 раз меня на дню мог поздравить с днем рождения. А эти его постоянные конфеточки, тортики. Еле похудела, когда его в армию забрали. И тут все было понятно по его взглядам, по его разговорчикам. Просто думала, что обойдется. Если ты считаешь, что нужно возвращаться, возвращайся. Твое дело. Все. Нет, возвращаться самой нельзя. Они же тогда подумают, что я признала свою вину. Свекровь, опять же. Нет, пусть он делает первый шаг. Сережка, ты куда? Мам, слушай, я все-таки за ними поеду. Ну все, хватит, поскандалили и будет. А, ну правильно. Че мается-то? И под присмотром будет. Мам, по каким присмотром? Ну все, молчу, молчу, молчу. Ты мужчина, тебе решать. Ужин приготовишь? Обязательно. Я быстренько что-нибудь вкусненькое сварганю. Обязательно. Ой, спасибо. Боялся, ты будешь отговаривать. Ну ты что? Ты что, сынок? Ну что? Я тебе враг, что ли? Семья – это главное. Тут еще ключи от машины забыл. Я сейчас. Ой. Чего? Ой. Что случилось? Сейчас, подожди, подожди. Садись. Ой, прихватило что-то сейчас. Пойдем в дом, слушай, тебе нужно лечь. Да ничего, ничего. Пойдем, пойдем. Подожди. Пойдем. Ой, тихонечко, тихонечко. Дай я с тебя посержусь, а? Ну ты как? Там лекарства там. Где? Олег, блин. Мам, где именно-то? Там вот, в другом. Да. Вот эти? Ага. Сейчас я воды принесу. Ага. Ждай скорую вызову, да? Нет, Сереженька, надо. Не надо сейчас собрать у тебя. Ты, знаешь, ты поезжай со своими. Мам, о чем ты говоришь? Я тебя не оставлю. А, господи. Опять я во всем виноват, да? Перестань. Спи, все, спи. Спи, я рядом посижу. Давай. Мне пока не удалось найти второго свидетеля. Он на даче, где-то дача, никто толком не знает. Да не тратьте зря время. Вряд ли от этого вашего свидетеля будет хоть какая-то польза. Посмотрим на него. По крайней мере, есть надежда еще хоть что-то узнать. Вы же водителя пока не нашли. Нет, не нашли. Так а в чем проблема? Вы что, номер машины не знаете? А я не имею права сообщать вам детали для знания. Вы заинтересованное лицо, а это не положено. Ну, все. У меня отец погиб, вы ничего не делаете. Я к вам прихожу, каждый раз слышу одно и то же. И я просто хочу, чтобы вы нашли убийцу моего отца, понимаете? Понимаю. Хорошо, вам скажу. Свидетели сообщили государственный номер автомобиля, который совершил наезд. А мы проверили. Хотя машина совершенно другой марки. И у владельца алиби. Вот и все. Номера крадены? Ну да. Что это? Было убийство? Нет, получается, что вашего отца сбила машина с краденными номерами. Вот и все. Господь с тобой, Сереженька.
Только, может, надо было Толю убивать. У него врагов-то не было. Никогда никого не обидел. Характер был такой, что... Ну, какой характер, мам? Ну, какой же характер? Если я всю жизнь думал, что надежнее его нет человека. Видишь, как с тобой получилось. Как получилось, так и получилось. Это жизнь. Ему о тебе нужно было думать. Я тебе давно сказала, я его простила. Такого человека, как отец, я больше не встречала. Все-таки я думаю, что не случайно его машина сбила. Я хочу узнать, кто решил его убить. Конечно, Санек. Как он до этого докопался? Он же не дурак. Он в полицию ходил? Ходил. Что? Сказали, что это обычный наезд. Да они не скажут ничего. Им нельзя. Они будут плести что угодно, лишь бы его отболить. А сами будут рыть и нас достанут. Что будем делать? Неизвестно, что он еще нарыл. Завтра, когда он уйдет на работу, приходи. А если не управимся? По месту будем решать. Как ты? Нормально. Добрый день. Здрасте. Домой не пора? Ты меня спрашиваешь? Ну, а кого? Ты же из дома ушла, не я? А ты извиниться не хочешь? За что? За что? Я должна тебе объяснить? Ну, объясни уж, пожалуйста, если ты не понимаешь. Здрасте. За твои подозрения. За твои обвинения. За то, что ты мне не веришь. За твою мать, в конце концов, которая врет направо и налево. Опять? Маму, оставь в покое. Все понятно, бесполезно объяснять. Обрадовалась, когда его увидела. Думала, в себя пришел. Одумался. А нет. Все за свое. Ты извини, конечно, но что у вас произошло? Ну, говори. Помнишь, ты хотел меня поцеловать? Ну? Так вот, кто-то сфотографировал нас и прислал это фото ему на телефон. Какой же я идиот. Оль. Прости, это получается, что я тебя подставил? Ладно, что было, то было. Подожди, а ты не думала, кто бы мог прислать эти фотографии? А главное, зачем? Понятия не имею. Кто-то из наших в институте? Вряд ли. Кому это надо? Ну да, в принципе, у тебя здесь совсем нормальные отношения. Потом этот человек должен знать номер телефона Сереги. По-моему, это может быть как-то связано с твоей свекровью. Оль, я думаю, тебе нужно возвращаться домой к мужу. Получится, что я признала? Да плевать, что получится. Оль, твоя свекровь пытается развалить твою семью, а ты ей подыгрываешь. Вот и все. Да ведь я не могу. Оль, давай называть вещи своими именами. Где-то там, глубоко в душе, меня твои рассказы о том, что муж тебя не понимает и все такое, ну, не то чтобы радует, но... Давай не будем об этом. Нет, давай именно об этом. Не важно, что я чувствую, но все равно я хочу, чтобы у тебя было все хорошо. Тебе нужно вернуться в дом. Оль. С Олей разговаривал. И что? Да ничего, снова поругались. Как там он быть? Она отказалась возвращаться. Ну, ж, действительно надо было извиниться. А то я со своими претензиями. Мам, я не знаю, что делать, правда.
Андрюшку еще столько времени не видел. Знаешь что, мой дорогой? Хочешь унижаться, бегать за бабой, валяться в ногах, валяй, поезжай. Только знай, что ноги моей здесь больше не будет. Вырастил Анатолий не мужика, а тряпку. Сереж, ты... Я так давно мечтала с тобой встретиться. Я очень ждала нашей встречи. Но я понимаю, что я очень хочу тебе стать хорошей матерью, но все время лезу не туда. Но, понимаешь, так мало времени мы с тобой еще провели вместе, что я... Мам. Прости меня. Я понимаю. Ну, давай их тогда на выходные привезу, ладно? Как знаешь. А у меня сегодня день свободный. Пойду куплю вам постельное белье, вам понадобится. Ну, мам, ты же не думаешь, что мы здесь надолго обосновались? Ну, не начинай, не начинай. Ты же прекрасно знаешь, что ты можешь вернуться, когда ты захочешь. Но мое мнение ты знаешь. Знаю, знаю. Я надеюсь, что вся эта история хоть чему-нибудь научит Сергея. Я тоже на это надеюсь. А хочешь, я тебе расскажу, что будет, когда ты вернешься. Хочешь, расскажу? И что? Сергей, конечно, обрадуется. Возможно, он даже скажет, что был неправ. Хотя это маловероятно. Но внутри он будет чувствовать себя победителем. И у вас опять все начнется сначала. Все все знают. Не знаю, не знаю. Все говорят, надо вернуться. Все? Это кто такие все? Все — это все. Начнем. Вот здесь всегда была комната Сергея. Это он сказал? Это я тебе говорю. Тяжелый. Давайте я вам помогу. Спасибо. Да нет, здесь не может быть. Разве что в кровати посмотрим. Позже посмотрим. А сейчас пойдем, я тебе подвал покажу. Там кирпич, бетон. Кирпич. Тем же путем.
тапки обязательно надень. Наконец-то. Оленька, я так соскучилась. Бабушка! Андрюшка, хороший мой, пойдем, раздевайся, я тебя кормить буду. Давай быстрее. Где мама? Я здесь. Олечка, я очень рад, что вы вернулись. Я был неправ, ты меня прости. Да ладно, что было, то было. Забыли. Ну как ты тут? Фига. Ну это что, нормально? Если не считать того, что у вас не было. Пытаюсь разобраться, что с отцом произошло. Ну что, будем праздничный ужин устраивать, а? Да. Праздник так праздник, да? Олечка, поможешь? Поможешь, Олечка. Пойдем. Давайте еще раз за встречу. И чтоб все были здоровы. Давай. Давай. Ну, ты-то куда лезешь? Отстань от него. Давай чокнемся, мой сладенький. Как жалко, что у тебя нет братика и сестрички. Ведь это такое счастье, когда детей много. Моя бы воля, у меня бы полный дом детей бегал. А он, видишь, как вышло. Мамочка, не переживай. Да нет, что ты, Сереженька. Солнце мое, ты же один для меня счастье. Я ведь так его хотела.
А когда родился, я же это радоваться не могла. Да, я все ждала. Не считала, когда глазки откроются. Хотела узнать, какого они цвета, а серенькие. Машка, ну иди прилег, наверное. А, да? А со стола убрать? Мы уберем, мам, ну что ты. Да? Ну, тогда хорошо. Я пойду. Спасибо. Не надо? Ну, нормально, я сама. Ой, ну что, давай маме помогать. Я тарелки буду. Нет, что, давай, ты приборы, а тарелки я. О чем задумалась? Что такое? Тебя ничего не смутило сейчас за столом? Нет, а что? Ну, ничего не показалось странным в разговоре? Нет, ничего не показалось странным. Мне показалось. Ты слышал, как она сказала, что... Значит, во-первых, моя мама не она. Я прошу называть ее по имени и отчеству. Хорошо, ты слышал? Я не договорил. Во-вторых, я не хочу больше слушать ту грязь, которую ты мне льешь. Все, хватит. Сереж. Хватит, я сказал. Один скандал мы уже пережили, а второго раза, может, и не будет. Я могу сказать два слова. Ни два, ни полтора. Я ничего не хочу слышать. А зря. Она это сказала, ты уверена? Да, абсолютно, я же не глухая. Ольга Сергеевна. Да. Когда можно будет пересдать? Вы готовы? Ну так. Ну, на зачете тоже было не так. Ладно, хорошо, в понедельник в 3. Хотя нет, лучше в 3:30. Спасибо. Так как она сказала, что вам кого ребенка глаза откроются? Это вас кошка не попутала с котятами. Ну так а я тебе о чем? Слушай дальше. Утром я решила еще раз ее проверить. Пока Сережи не было на кухне, стала ей рассказывать, что наш Андрюша пошел 1/2 года, а первый зуб у него появился 2 года. Такую чушь несла. Она все это слушала, как будто так и надо. А вообще говоря, смешного мало. Ой, я не смеюсь. Это значит, у нее никогда не было детей. Значит, она врет. Только зачем? Если рассуждать логически, возможны варианты. Например, Сергей усыновили. Или он ребенок Анатолия Ивановича, но не этой, как ее, Валентины Васильевны. В жизни всякое бывает. И что? Она так вжилась в роль, что врет напропалую. Конечно. Зачем? Да нет, ну ради чего? Оль, ты смешная. Она боится, что Сергей узнает, что она не родная мать, и выгонит ее. Всю жизнь одна и одна. Так натерпелась, что и не такое готова соврать. Ну тут что-то другое. Да она не просто маму и бабушку изображает. Она же другой характер изображает. Добренько прикидывается. Сама в глазах злость. Оль, по-моему, ты себя накручиваешь. А вот и нет. Я чувствую. Здесь в прошлом семье их копаться нужно. Вот у меня будет 2 свободных дня, я этим займусь. Все тебе что-то мерещится. Да ничего мне не мерещится. Я тебе говорю, подозревает она меня. Что она может подозревать? Не знаю, приехала вчера. Молчит, слова не скажет. И дальше что? Да ничего, ужин с ней приготовили. Сели, выпили. А, понятно. Глаза заливай и понесло тебе. Умолкни. О детях говорили. Вот тут ты и прокололась. Я не помню. Про Сережу что-то рассказывала, про детство говорила. Что ты говорила? Говорю, не помню. Утром встала, опять начала меня допрашивать. Проверяла, значит. Сучка. Что делать-то будем? Следить, чтобы она какую-нибудь подлянку не кинула. Thank you.
Девушка, простите, вы не подскажете, как найти контору приисков? Да, вы знаете, вам надо дойти до центральной улицы. А, она так и называется, центральная. А когда дойдете до перекрестка, спросите, вам покажут. Спасибо. Знаешь, куда она приехала? В поселок. Какой-какой? На прииск она приехала. Вот гнида. Я же сказала, что она что-то подозревает. Дай подумать, куда она может сунуться. Да подожди ты! Там вроде никого не осталось. Сейчас куда она пошла? А, это в контору, наверное. Глаз с нее не спускай. Звони мне, слышишь? Костылёвый. Нет, не знали. А вы давно тут работаете? Директором прииска 5 лет, а до этого главным инженером. Ну да, понятно. Они-то 30 лет назад отсюда перебрались. Девонька, тут с тех времен никого и не осталось. Пап, ой, извините. Я только накладные забрать. Так, сейчас, подожди. Нет, все, нашла. Вы уж простите, что я ничем не смог помочь вам. Вы знаете, у нас тут кто свое отработал, здесь не задерживается. Да-да, я понимаю. А тут столько лет прошло. Наверное, никого и не осталось, кто помнит ваших этих, как они... Коростылёва. Да-да. Ну, извините. А в чем дело, Михаил Вадимович? Ну, вот женщина ищет кого-нибудь, кто здесь работал 30 лет назад. А где их взять? Ну, а Савина? Какая Савина? На улице Геологов, который живет, на прошлой неделе приходила по поводу ремонта дома. Дом 7, кажется. Да, была такая. И что? Ну как это что? Она же на пенсию вышла еще до того, как мы сюда переехали. Действительно. Попробуйте, а дом что увидит? Спасибо. Ну, желаю удачи. Давайте проведу. Грядками занялась. Вредители напали, прости господи. А вы пробовали залой с мылом? Я всегда так делаю, помогает. Да я только что увидела. Лучше, чем химия. Да я знаю. А ты что, милый, хотел комнату снять? Ой, нет, я совсем по другому поводу. Значит, вы знали семью Коростылёвых? Ну, а как знала? Я работала с Анатолием. Он директор прииска, я учётчица. А жену его Валентина тоже знали? Конечно, а как же? Ну, и что она собой представляла? Прекрасная женщина, милая и добрая. И не в отца совсем. Что значит не в отца? Он что, плохой человек был? Егор Гусенков. Фамилия Валентины девичья, Гусенкова. Ну, милый, плохой, хороший. Не всегда можно черту провести. У иного человека и ситуация в жизни случается, чтобы понять, какой он. А другой всю жизнь проживет, и ты не узнаешь, какое у него нутро-то.
Так а что Егор? А вот не знаю. Я иногда на него смотрела и гадала, что у него на душе. Да вроде мужик неплохой. Настроение будет и поможет, посочувствует. А иногда глаз у него такой волчий становился. Поперек дороги у него я бы остановиться не стала. А он жив? Да кто же его знает? Ой, у него такая история приключилась. Он тоже на прииске работал. Ну, а кто на прииске работает, почитай, все знают, какие участки невыбранные. Ну, скажем, для артели невыгодно работать по мелочам, и они оставляют там закраины от главного этого участка. Вот он одиночкой там и старался. Старался? Золото мыл. А по советским временам за такое будьте нате, можно было получить. Вот он и получил. А Коростылевы тогда уже уехали отсюда. 10 лет тюрьмы ему дали. Но потом-то он вернулся, Егор? Нет, не вернулся. А вот его подельник был у него такой подручный, Никаноров. Ну, друг не друг. Егор к нему так относился. Принеси, подай, пошел вон. Так вот, этот Никаноров тоже под суд попал и в тюрьму загремел. Так вот, он, я слышала, давно освободился и живет в деревне. Так вот, он про Егор-то тебе больше моего наверняка расскажет. А это далеко? Деревня Нерки, 20 километров отсюда. Да нет, еще не выходила. Ну, как я тебе позвонил, а с тех пор у нее и сидит. Так выясни, что это за бабка. Узнай, кто это. Как хочешь, идиот. Лошара. Чтоб тебя черти взяли. Спасибо вам огромное. Я поеду. Ты не за что, милая. А что ж тебя так приняло в прошлом-то копаться? Ну, как вам сказать? Хотелось побольше узнать о семье моего мужа. У нас с Анатолием Ивановичем были очень хорошие отношения. Вот и заинтересовалась, как они жили. Ну, как они жили, этого я тебе не скажу. Он, как Валентина-то умерла, уехал в скорости отсюда. Кто умер? Валентина. Жена Анатолия. От туберкулеза. Сергей, твой муж тогда совсем маленький был. Он что, тебе не рассказывал? Скажешь, чей это дом? Подождите, а вы уверены, что она умерла? Милая, да я ж хоронила ее. И поминки помогала устроить по-соседски. И с работы Анатолия тоже помогали. От Гусенкова ждать особой помощи-то нельзя было. Егор тогда, хотя еще на свободе был, но его ж кроме выпивки-то ничего и не интересовало. А сестра ее тоже еще, та штучка выросла. У нее была сестра? Милая, а ты точно невестка Анатолия? Ну что же он тебе про свою семью-то ничего не рассказывал? Нет, нет, рассказывал. Я просто как-то упустила. Про жену свою рассказывал, да. Да, Валентина действительно была очень хороший человек. А сестра ее длинной человечишка, Галина. Значит, ее зовут Галина. Похожи они были с Валентиной, их часто путали. Даром, что погодки. Злая и завистливая. Хотя вроде отца своего Егора, если надо, могла все прикинуться. А глаза такие злые, гусенковские. Да, глаза злые. Тебе что, нехорошо, милая? Может, в дом пойдем? Нет, нет, спасибо. Поеду я. В город ехать надо. Ну, твое дело. Спасибо большое. Спасибо. Thank you.
Савина. Алло, Галь, ты меня слышишь? Галина? Алло? Она что там, в обмороке валяется, что ли? Убей ее. Она ей все рассказала. Ты что, сдурела? Кто кому чего рассказал? Савина. Она знала и меня, и Анатолию, и Валентину. Она все рассказала этой стерве. Если она сюда приедет, то всему конец. Ее надо убить. Где хочешь, мне плевать. Мне что, одной все тянуть? Вот давай и ты поработай. Да я уже поработал. С Анатолием кто вопрос решил? Да что к тебе? Ой, как хорошо, что я вас встретила. Здрасте. Вы не знаете, где автобусная остановка? А то я что-то заблудилась. А остановка там. Вы уверены? Я совсем в другую сторону собиралась. Давайте я вас провожу, я сам туда иду. Давайте. А вы здешний? Нет, приезжий. Думаю, работу найти. Да, трудно тут. Условия такие. Везде можно жить. Что-то, по-моему, мы куда-то не туда зашли. Здесь же уже поселок кончается. Да я точно помню, здесь шел. А я нет. Вы куда? Дорогу спросить. Да сами найдем. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Вы не подскажете, где автобусная остановка? А то мы чего-то заблудились. То вон там.
Я же вам говорил, что мы не туда идем. Ну, виноват, заплутал. Я же говорю, не местный. Ну, теперь-то найдем сами. Да я вас проведу, мне тоже на автобус надо. О, это еще и лучше. Да уж, отлично. Идемте. Идемте. Мужичок куда вождался? Он и правда странно. Ему вроде тоже на автобус надо было. Ну ладно, пойдемте. Андрюша! Привет, мам! Я мачту корабля сделал. Пойдем, я тебе покажу. Потом покажешь. Где бабушка? Ушла куда-то. С завтрашнего дня будешь ходить на продленку. Почему? Я лучше с бабушкой сидеть буду. Так нужно. Не спорь. Иди к себе. Я ж тебе говорила, она не должна была оттуда вернуться. Ну, не было у меня шанса ее кончить. Даже уже околицы пошли, и все равно под ногами какие-то местные болтались все время. Ты мне только не рассказывай, сколько там народу посреди рабочего дня ходит, а то я там не была. Да говорю же я тебе. Дело надо было делать, а не говорить. Мне теперь как быть? А может, не возвращаться? Поедем к дому. Встанешь в конце улицы, подождешь меня в машине, если что. Как знаешь. Олечка, ужин готовишь? А я гулять хотела, красиво тут у вас. Тебе помочь? Я тогда к себе пойду. Извини, но я правда не могу в это поверить. Какая это Санта-Барбара? Да скорее графиня Монте-Кристо. Призрак прошлого. Значит, она не мать Сереги, а ее сестра? Да, Галина. Что ей нужно? Ты меня спрашиваешь? Ты же сам меня убеждал, что ей нужно семейное тепло. Только вот очень большие сомнения у меня на этот счет. Мужу расскажешь? Да что я ему скажу? Он же слепо верит своей матери.
То есть Валентине. Ой, нет, Галине. Фу, я уже сама запуталась, кто есть кто. Да не может быть, чтобы она его так околдовала. Да ведь так. Именно так. Я же слова не могу ничего про нее сказать ему. И своей маме тоже рассказать не могу. У нее гипертония. Помрет в одночасье от таких новостей. Да уж, ситуация. Разве что завтра. Что? Ну, удастся, надеюсь, разъяснить некоторые вещи. Вот тогда мне будет, что ему предъявить. Против чего он поспорить не сможет. Ты мне хоть расскажешь? Простите. Здравствуйте. Здравствуйте. Что-то хотели? Да, я хотела сделать запрос. Угу. А по какой теме? Запись гражданского состояния. Ой, девушка, ну это не раньше пятницы. А вообще, знаете что? Лучше в понедельник сразу приходите. Но мне нужно срочно. Быстрее не получится. Это ж не от нас зависит, в конце концов. Ну от кого? Вы же здесь работаете. Девушка. В архиве работает полиция. Все опечатано. Полиция? Да. И как раз там, где хранятся записи гражданского состояния. Ну вот, а ты боялась. Даже платье не помялось. Еще ничего не сделано. Ну хорошо, хоть без мокрого обошлось. Пока да. А чего? У нее на тебя ничего нет. Эта запись про то, что твоя сеструха кони двинула, так ее нет уже. Остались только ее слова против твоих. Все. Может, малинки им дать? А? Малинку-то я достану. Только после этого сразу сваливать нужно. Достань побыстрее. Твою мать. Я тебе говорила. Я тебя просила. Кончить ее надо. Хорошо. Стоп!
Зоя! Убивают! Не переживайте раньше времени. Удар был довольно сильный, но, к счастью, видимо, кулаком. Могло быть и хуже. Мы сделали томографию. Пока ничего страшного не видим. Она у вас надолго? Ну, мы сделаем дополнительное обследование. И, думаю, после этого вы сможете забрать ее домой. Спасибо. Сережа. Это ваш муж? Да. Извините, но нам нужно закончить нашу беседу. Ну, да, конечно. Как он выглядел? Он высокий. Почти на голову меня выше. Волосы темные, с сединой. Глаза вроде карие. Нос? Не знаю, нос как нос. Какие-то особые приметы, может, шрамы, родинки? Нет. Хотя... Нет, подождите, у него над левой бровью небольшой шрам. А скажите, а как вам показалось, он не был пьяный или под воздействием наркотиков? Нет. Вы раньше этого человека видели? Нет. Понимаете, с одной стороны, это банальное ограбление. Он вырвал, выпотрошил и выбросил сумочку вашей супруги. Ну что значит с одной стороны, а с другой? Свидетель говорит, что грабитель бежал за ней от самой улицы. И что? Грабители так не делают. Они налетают, хватают и бегут, пока шум не поднялся. А вот поэтому вы спрашивали, был ли он пьяный или под действием наркотиков? Ну да. А тут она бежала от него, пыталась скрыться в подъезде, звала на помощь, а он все равно преследовал ее. Зачем? Ладно, будем разбираться. Всего доброго. До свидания. До свидания. Так за тебя испугался? Да все нормально. Даже не представляю, что ты пережила. Ну ничего, врач сказал, скоро тебя отпустят домой. Ничего опасного. Андрюшка с кем остался? Андрюшка с мамой. Поехали домой. А куда ты засобиралась? Тебе еще обследование делать? Да потом сделают. Поехали. Это из-за того, что Андрей остался с мамой? Я просто хочу домой. Неправда. Ты именно поэтому заторопилась домой. Не кричи, пожалуйста, у меня голова болит. Прости, пожалуйста. Ну, ты никак не можешь оставить ее в покое. Просто тебе лучше остаться еще в больнице. Я поеду домой. Куртку дай, пожалуйста. Андрюш, иди сюда. Мама! Только аккуратно, Андрей, аккуратно. Ничего, Оля. Ничего, все нормально. Беда-то какая, ужас-то какой, а? Как же таких негодяев земля-то носит? Иди к себе в комнату. Как ты себя чувствуешь? Так. Я пойду, еще чайник поставлю. Слава богу, я вас наконец нашел. Кто искал, искал. Да мне уже сказали. Соседи. На дачу звонили. Так что же вы мне-то не перезвонили?
А мало ли? Мало ли что? Мало ли, что ты от меня хотел? Я по поводу того наезда. У вас у дома сбили человека. Они сказали, отец твой? Да. Вы видели, как это произошло? Сосед мой, инвалид который, вот он видел. С соседом я уже разговаривал. Вы сами лично видели? Ну, я видел. Так. Помните, как это было? А что там помнить? Без ума еще не совсем был. Какое время суток это произошло? Чего? Наезд, свидетелем которого вы стали. В какое время произошел? Утром, днем, может, ночью? Не, ну, нормальный вопрос, да? Ну, ночью-то что бы я увидел? Ну? Что ну? Когда это произошло? Ну, что меня путать? Я из магазина шел. Значит, я в магазин направлялся. Аккурат в 10. Я каждый день, как по часам. Так, значит, в 10 утра. Ну, может, кто и в 10 ночи в магазин ходит. Мне это неизвестно, но я в 10 утра. Значит, 10 утра, и что вы увидели? В смысле аварии? В смысле аварии? Видел, вот как его папашу машина сбила. Так вы что, знакомы, что ли, вы? Да нет, нет, он мне сам рассказал, что, мол, его отца машина того... Что, соврал, что ли? Да нет, не соврал. Так что произошло? Мужик улицу переходил, и тут машина, и бац, и все. Водителя запомнили? Он в машине сидел, ну как я мог его запомнить? Он сбил и сразу... Может, детали какие-то запомнили? Ну какие детали? Я в магазин шел, мне поправиться надо было. 10 часов, мое время, я же вам объяснял. Ну, трубы у меня горят в этот час. Меня спроси с утра, как меня зовут, я к обеду только скажу. Понятно. Ну, как дела? Да никак, старик этот алкаш законченный. Надо же, как обидно. Я думал, следователь меня задушит. Я сам полдня потерял. И что, он совсем ничего не видел? Да все это бестолку. Сразу сказал, что капот у машины был помят. И что? Да ничего. Помят и помят. Неправильно, пусть полиция ищет. Им за это деньги платят. Не знаю, мам, я еще подумаю. А Оля где? Оленька на кухне. Есть хочу. Обедать когда будем? Уже все готово. Хорошо. Пойду переоденусь.
Ой. Что случилось? Господи. Случайно получилось. Оль, ну как же так? Ну вот так. Я так старалась. Готовила. Ты ведешь себя недопустимо. Понимаешь, мне показалось, что твоя мама, она... Моя мама весь день борщ готовила, а ты... Да-да, я его вылила на пол. Да, я это сделала, так вышло. Понимаешь сама, что это ненормально. Твоя ненависть к моей маме, это уже просто паранойя какая-то. Вылить борщ на пол, это... Это вышло случайно, я же сказала! Завтра вечером у меня конференция, я буду поздно. Адрес продленки заберет моя мама, и он у нее останется. А почему твоя мама? Моя могла бы вполне. Пусть Валентина Васильевна отдохнет. Оля, ты ведешь себя странно. Я все сказала. Андрея из школы заберет моя мама. И вечером я за ним заеду. Ты сама это видела? Она в глаза мне смотрела. Она взяла кастрюлю и на моих глазах просто на пол вывалила. А там молоток лежал для отбивания мяса. Я не знаю, как ее не грохнуло. Ты знаешь, я хотела взять этот молоток и просто я бью. Да Мила. Как она малинку учуяла? Она без запаха, без вкуса. Я не знаю, как она учуяла, почуяла, увидела, предвидела. Я не знаю. Да прекрати. Поглядела, не знаю. Да она просто тебя ненавидит. Успокойся, а? Самый край будет, если она Никанорова найдет, слышишь? Я ж тебе говорила, я ж тебя просила. Я ж тебя просила, грохни его, он старый больной. Никто бы, ничего. Мне что, опять за ней тащиться, что? Нет. Нет, не надо. Не надо. Завтра суббота. 2 дня выходных. Никто не узнает. А? Никто. Даль, это ж двоих придется. Придется. Куда? Мне в деревню Нерки. Это туда съезжать надо. Да, я знаю. Не, мне не по пути. Я заплачу. Ну, там дорога плохая. Вы сколько хотите? 100 будет стоить. Хорошо.
Есть кто дома? Простите, мы можем поговорить? Вы меня слышите? А? Меня зовут Ольга. Я приехала к вам по делу. Мы можем поговорить? Не за разговорами сейчас. Может быть, вам помочь? Да мне уж не шибко поможешь. Ты кто такая будешь? Я Ольга Коростылева. Это родственница Анатолия? Да, я его невестка. Ну, жена сына. Ну, и что тебе надо? Я хотела кое-что узнать о семье его жены, Валентины. А что узнавать-то? Я ничего не знаю. А если что тебе надо, так у него самого и спроси. Анатолий Иванович умер. Умер? Это при каких-то обстоятельствах? Его сбила машина. Что с вами? Вам нехорошо? Господи, лекарства все кончились. Простите, пожалуйста, есть кто дома? Что вы хотите? Здравствуйте. Простите, пожалуйста, у вас лекарство от сердца есть? А вы кто? Я к Никанорову приехала по делам. Из города мы разговаривали, а потом ему плохо стало. Ну, когда ему было хорошо? Пить меньше надо. Так у вас лекарство есть? Да сейчас. Всю жизнь чертополохом прожил, а ты тут бегай ему лекарства ищи. Лучше б ты ему водки из города привезла. Ну, я в следующий раз так и сделаю. Спасибо. Слушайте, какое мне дело до ваших проблем? С таможней сами разбирайтесь. Нет, это не форс-мажор. Вы сами сказали, что ошиблись в документации. Да? Вот и решайте проблему, и не создавайте ее мне. На следующей неделе нужно печатать большой заказ. И оборудование должно быть на месте. Все. Да, это ее муж. Нет, Оли дома нет, она на конференции. На какой конференции? На вашей конференции. Извините, я, наверное, ошибся. Действительно, она, скорее всего, дома. Я сейчас приеду и передам ей. Вот выпейте. Спасибо. Вам же лучше? Подожду немного. Послушайте, я к вам ехала, бог знает откуда. Мне нужно с вами поговорить. Ну, вам же уже лучше, хватит притворяться. Тихо, не притворяюсь я. Ай, костыли подай. Представлять я умею. Жить научила. А
Скажи, что хотела? Узнать о семье жены Анатолия. А что о них узнавать? Да, работал с Анатолием на Приске, он директором, я рабочим. Вот, собственно, и вся история. Неправда. Вы с Егором Гусенковым незаконно мыли золото и получили за это срок. Смотри, много раз узнала. Много. Но не все. Здрасте. Где Андрей? А что ты хотел? Я хотел забрать сына домой. Оля сказала, сама заберет. Оля вообще много чего говорит. Это в каком смысле? В прямом. Андрей! Что это ты такое хочешь сказать? Например, то, что по ее словам она сейчас на конференции. Андрей, долго тебя ждать? Да, пап. Одевайся, мы едем домой. И где сейчас Егор Гусенков? Там. Умер? Еще на зоне. Что-то у него с желудком было, так и не вышел. А я вот освободился. А ноги? А вы дочку его младшую знали? Галину? Ну, как не знать? Еще девчонкой помню. Ну, и какой она была? Что за человек? Никчемная девчонка. Не то, что ее сестра Валентина. Да, правильная, хорошая. Повезло Анатолию. Ну да, да, это понятно. Ну а что Галина? Не, ну Галины парней-то много было. Она постоянно с кем-то хороводила. А вот что по любви счастье не сложилось. Никто замуж не звал. И Валентине она завидовала люто. Хотя виду и не подавала. И что с ней стало? С уголовниками она связалась. Ну, те, которые после освобождения там на Приске работали. С ними в историю попала. Мужика они забили до смерти. Вот и села вместе с ними. В тюрьму? Ну, а куда же еще? За такие проделки сажают. А что с золотом стало, ну, которое вы с Егором Гусенковым намыли? Так что с золотом, я жду. Года три намывали, там должно быть много. Так пропало золото. Менты забрали. Да. Кстати, насчет, как вы говорите, ментов. Может быть, мне полицию сюда пригласить? Может быть, не со мной, так с ними захотите поговорить? Ладно, ладно. В доме у тебя золото. Сереж, может, не стоит? Оля сказала... Мне неинтересно знать, что вам сказала Оля. Мне она заявила, что находится на конференции. Звонили с кафедры и сказали, что никакой конференции нет. У нее сегодня свободный день. Где ваша доченька шляется, неизвестно. Телефон ее не отвечает. Сережа, ну... Все. Давай. Готов? Пока, бабушка. И передайте вашей дочери, чтобы в моем доме она больше не появлялась. И что, милиция? Золото не нашла? Они там и не искали. Ну, кто мог подумать на директора Приска? Потому Егор у свата и спрятал. Только мне, сволочь, ничего не сказал. Вот я на следствии. И сказать-то не мог, где золото. Поэтому мне по полной
сроки впаяли. А где именно в доме золота? Я без понятия. Как-то на зоне Егор разоткровенничался. Говорит, выйдем на свободу, заживем как люди. Мол, не зря срок мотаем. Вот где именно спрятал, не сказал. В последний момент язык прикусил. Да что ж вы сами-то не искали? Как? Без ног? На костылях не сильно побегаешь. Нашли бы себе помощника. А ты умная. Давай, поучи меня жизни. Где я найду человека, который мог бы доверять ему, а? Я людей хорошо изучил и цену им знаю. А Галина одна к вам приезжала или с мужчиной? Ну, когда ей все про золото рассказали, она одна приезжала? Да что ты взяла? Что ты решила, что они приезжали? Значит, приезжали. И вы им все рассказали? Я знаю, с кем она приезжала. Мужчина высокий, сильный, шрам над бровью. Ну, ежели знаешь, что спрашиваешь? Все, пора мне ехать. Далеко собралась? В город. Забудь. Видишь, как хлещет. С деревни дорогу развезло. Хорошо, если завтра уедешь. Пешком пойду. По темному-то? Ну-ну, давай. Что мне делать? А мне почему знать? Ты сама сюда приехала. Никто тебя не звал. Сигнала нет. У нас телефон и так через раз работает. А ежели дождь, совсем с концами. Ну, со светом то же самое. Придется мне у вас ночевать. Ну, это без проблем. Пожалуйста. Только сходи на кухню, керосинку принеси, чтобы не сидеть в потемках. Что, так прямо и сказал, чтобы ноги ее здесь не было? Да, так и сказал. Ну, что мне остается? Правильно, правильно. С Андреем только вот как быть, ума не приложу. Через суд оставишь его себе, она с ним видеться будет. Да, как он это переживет? Он лежит сейчас у себя, плачет. Поплачет, поплачет, перестанет. А что лучше, чтобы он видел, что мать его хвостом крутит? Или каждый день скандалы ваши слушает? Тоже верно. Тебе чаще нужно с ним видеться. Завтра возьми его, съезди куда-нибудь и погуляйте. Нет, на завтра у меня другие планы. Я вот что подумал, раз у той машины, которая отца сбила, капот был помят, значит, он должен был где-то ее ремонтировать, скорее всего, какого-то мелкого частника, чтобы вопросов меньше было. Ты что, хочешь всех мастеров обойти? Почему нет? Я это дело до конца доведу. Конечно, конечно. Все надо доводить до конца. Каждое дело. Затем будет искать, где ты машину чинил. Забудь. Времени нет. С утра подъезжай.
и жди в машине. Как только он уедет, я тебе позвоню. Все. Это край. Да мне плевать, кто будет дома. Я пожить хочу, как человек. Мне мешать нельзя. Ты меня знаешь. Георгий, вы не спите? С тобой уснешь. Чего хотела? А вы не знаете, почему Валентина, то есть Галина, почему она только сейчас занялась этим золотом? Я так думаю, что ее мужик, но тот, который с ней, он ее надоумил. Она вроде как недавно с ним сошлась. Вот как только про отца рассказала, он-то и смекнул, что к чему. Да, он опасный человек. Он-то? Опасный. Только вот Галина рядом с ним, что гадюка в сравнении с ужом. Почему? Я ее еще по молодости знаю. Она и тогда не подарок была. А теперь... Как только я им про золото рассказал, она сразу этому мужику предлагать стала кончить меня. Прямо здесь под окнами и говорили, я все слышал. Ну, а он? Он сопротивлялся ни в какую. Говорит, что он на мокрое согласился только по необходимости. Так и сказал, что согласился? Ну да. Понятно. Это он про Анатолия Ивановича, свекра моего. Значит, Сережа был прав, что это был не случайный наезд. Но я об этом ничего не знаю. Они просто выбили из меня все, что хотели, и подались отсюда. Спасибо, что не убили. Ну, вам-то они вашу долю обещали. Золото. Ничего они мне не обещали. Ты из меня их подельника не делай. Thank you.
женщина, сколько раз вам говорить, не поеду я. Что хотите, делайте, не поеду. Ну, пожалуйста, поймите вы, там, возможно, люди в опасности. Да я все понимаю, только машина моя от этого трактора не станет. Может, проедем? Да я за деревней сяду, прямо за околицей, говорю вам. Ну, а на чем тут вас проехать можно? Трактор у вас есть? Есть. Отлично. Как его найти? Где он? Где? В соседней деревне. 10 километров отсюда. Еще с вечера уехал грузовик вытаскивать. Но он же вернется? Вернется, если ему не налили. А я уверен, что ему налили. Так что о тракторе забудьте. Нет сети. Без шанса. У нас как дождь пройдет, так... Знаю, знаю, мне говорили. И что мне делать? Пешком идти? Да уж, пешком. 5 километров по лесу, 7 километров дорогой. Ясно. То есть в электронику не полезете? Ни в коем разе. Там же загорит что-нибудь, вы первые мне претензии предъявите. Здесь надо родной сервис. Там оборудование, а я вещи попроси. Механика, тормоза. Жестянка. Жестянка. Кстати, мне один знакомый Audi сигары делал. Капот был помят. Вроде у вас делал. А, Audi. А цвет? Серый. А, делал. Ну, сзади въехали, аж полик в багажнике порыл. Нет, вы именно капот. В дерево въехал. Капот. Нет, тогда не я. А когда? Месяца полтора назад или меньше. А, точно не я. Я сначала к родителям ездил, а потом приболел. Почти 2 месяца меня не было. Мастерская закрыта была. Ясно. Счастливо. Всего хорошего. Давай, давай. Девушка. Девушка. Что вы хотели? А вы куда идете? А вы почему спрашиваете? Любопытный мы, вот спрашиваем. Погоди ты, если вам до шоссе, да, идете, то там не пройти. Почему? Дождь же шел всю ночь, там дальше так развезло, чистое болото. Вот мы в сапогах-то еле прошли по краешку, а вы вот ваших этих вряд ли. И что мне делать? А там в конце поля тропинка будет. Направо. Налево. В смысле, налево. Ну, короче, вот вы увидите там туда. Пойдете по ней, да, она в лес идет. По ней идите. Я не заблужусь? Нет, что вы, она, почитай, прямиком до самого шоссе идет, и свернуть там, по-моему, некуда, да? Ну, нет. Спасибо. Девушка. Девушка. До свидания. Доброго пути. Да нет, что вы, жестянкой я уже давно не занимаюсь. А что так? Так, мил человек, это же в советское время всего 3 цвета было. Красный, серый и белый. А сейчас, понимаешь, все на компьютере делают, цвета подбирают. И то все равно опытный глаз определит, крашена деталь или нет. Она со временем выцветает-то. Понятно, понятно. Сейчас все по-другому. Ну да. Вот я тоже вмиг могу определить, крашена деталь или нет. У тебя, например, крыло крашеное. Ну что мне говорить, я и сам знаю. Ну, так тебя это устраивает, а другого нет. Другому, понимаешь, что нужно было, чтобы... Тик-так все было, чтобы комар носа не потащил. Ну вот поэтому я жестянкой не занимаюсь. Вот если стекло поменять или фару заменить. Ну хорошо, если все-таки я решу перекрасить, к кому обратиться, чтобы подешевле это было? Был у нас один старичок в гаражном кооперативе.
Так я тебе скажу, вот он без всякого компьютера на глаз мог в колер попасть. Глаз у него был как у Репина. Такая же... Художник такой был, Репин. Да я понимаю. А почему, говорите, мог бы? Так не может он уже, все. Помер год назад. Из тех, кто не помер, еще остались мастера-жестянщики? Так есть один. Он сразу после школы по этому делу пошел. Вот он тоже, я тебе скажу, вот как... Ну, хорошо, адрес мне, можно? Где это шоссе? Здравствуйте. Здрасте. Анатолий? Ага. Мне вас Виктор рекомендовал. Что за Виктор? Не знаю никого Виктора. У него автомастерская на Радиальной. А. Где гаражный кооператив. Знаю, знаю. Трепач? Ну да. Поговорить он любит. Поговорить любит. У него язык без костей. Чего хотели-то? Да вот, мне крыло надо перекрасить. Посмотрите. Ну, так здесь и в колер не попали, и... О, сделаю. Давайте ключи. А вы знаете, я вспомнил, мне вас один человек посоветовал. Мы с ним у сервиса разговорились. Он говорит, у него серый Audi, капот был битый. Так вы так все сделали, подкрасили, прям класс. Не помню. Не знаю. Ну, может, вы-то не помните, но он не забыл. Ну, адрес ваш называл. Слушайте, я говорю, что не было такой машины. Значит, не было. Ну, значит, кого-то память подводит. Не понял. Ну, либо он вас знал, но никогда не видел. Либо у вас провалы. Слушай, шел бы ты отсюда. Я еще не закончил разговор. А я закончил. Мне очень нужен этот человек с битым капотом. Я тебе говорю, проваливай. Ты мол того, что ничего не помнишь. Еще не слышишь? Я сказал, что мне нужно знать, кто он. Да пошел ты! Слушай меня сюда! Этот гад насмерть сбил моего отца. Ты ремонтировал ему машину, значит, соучастник. В тюрьму захотел. Заткнись! Либо ты сейчас же говоришь мне, кто он, и тогда у тебя есть шанс явиться с повинной. Либо я прямо здесь, и сейчас тебе все кости переломаю. И в полицию отвезу. Ну, говори, кто он. Отпусти, отпусти, я скажу. Отпусти. Никогда раньше не видел его. Ты опять? Я и правду говорю, я раньше его никогда не видел. Он пришел, сказал, что заплатит. Я все сделал, он рассчитался. Потом сказал, чтобы я помалкивал, понимаешь? Как он выглядел? Высокий такой, с сединой. Особые приметы есть? Да. Вот здесь шрам на брови. Так это твой Олег. Слушай, мужик, я не знаю, он твоего отца задавил или не он, но ты вот так с ним лучше поаккуратнее. Ему человека убить, расплюнуть. Понимаешь? Буду знать. Черт, ты телефон-то отключила. Стойте, стой, стой! Да что ж это такое-то, а? Включи ты его, господи. Мам, Оля не появлялась? Нет. И не звонила? А, мне? Не тебе, так Андрею. А откуда мне знать? Андрей! Он к Денису пошел играть. Ага, я за ним скажу.
Да поиграет, сам придет. Нет, нет, мне нужно, чтобы он дома был. Да что случилось-то? Ты помнишь человека, который на Олю напал? Ну? Хотел ограбить. Так вот, он же отца убил. Не может быть. Может. Я нашел мастерскую, где эта сволочь машину ремонтировала. Мне хозяин его описал. Нужно срочно Олю найти. Ты уверен? Абсолютно. Андрею нужно звонить. Пусть домой идет. Конечно, Оля. Что? Что такое, мам? Сердце? Так, пойдем, ложись. Ложись. Спасибо. Таблетки где? Кончились. Ага. Сейчас это в аптеку схожу. Вот так. Если Андрей придет, скажи, чтобы дома сидел. И Оле передай, если звонить будет. Вам куда? В город. Сколько? Сколько хотите. Ну, я не знаю. Ну, давайте быстрее, я тороплюсь. Ну, так и расстояние не близкое. Сколько? А в городе вам куда? Давайте по дороге все обсудим. Поехали. Нормально. Поехали. Ну, а если не договоримся? Договоримся, обсудим все. Ну, поехали. Зараза. Веревку надо. Сейчас. А ты тихо лежи. И тогда ничего не будет. Ни тебе, ни сынку твоему. А будешь дергаться, обоих кончу. Понял? Держи. О. А нельзя побыстрее? Куда быстрее? Дорога не просохла. Понимаю. Но так ведь тоже нельзя, еле-еле плетемся. Про тише едешь пословицу слышали? Слышала. Так вот, тут если гнать, запросто можно с трассы слететь. Понятно. Я 30 лет за рулем. На дорогах всякого насмотрелся. Бывает, после аварии, где человек, где железо, не поймешь. А все почему? Потому что торопился человек. Вести надо так, чтобы полностью контролировать движение автомобиля. А можно воспользоваться вашим мобильным? Всего один звонок. Мой просто в воду упал, очень важный. Вы не поверите, у меня нет мобильного. Ни к чему мне. Трезвонят, кому не лень. А за рулем так вообще. Остановите машину. А? Машину остановите. Вас укачало? Вам плохо? Не очень хорошо. Здесь должна быть. Я же говорю тебе, в комнатах надо смотреть. Я здесь искала. Погоди. Thank you.
тоже здесь. Смотрела. Ищи. Возьми. Ну, что там? Да ничего, канализация. Труба проходит в эту полость. Может, в саду где зарыл, а? Да нет, в доме должно быть, в доме. Чувствую, в доме. В подвале вообще глупо было искать. Ну, какая нычка в бетоне? В каких отношениях были твой отец с Анатолием? Какие? Как у зятя с тестем. Выпивали иногда. Может, он дом помогал ремонтировать? Отец говорил, крышу помогал перекрывать. Чего ж ты раньше-то не сказал, а? Мент. Участковый. Где? Вот зараза. Надо открыть. Да ну его. Дома никого нет и все. Перехнулся. Соседи знают, что я дома. Пойду открою. А с этими что? Это твоя проблема. Добрый день. Здравствуйте. Позволите? Пожалуйста, проходите. Спасибо. Может, чайку? Да нет, спасибо. Я все дома обхожу и везде предлагают. Я что к вам пришел? У нас кражи по району. Да вы что? Да, уже несколько домов обокрали. Вы чужим не открываете? Я всегда смотрю, обязательно смотрю, кто пришел, всегда. А Сергея Анатольевича нет? А, он по делам уехал. А внук? Гуляет. Даже не думай дергаться, понял? Я не слышу ответа. Вы его так одного не отпускаете. Да, дома грабят. Вот еще попадется под горячую руку. А бандиты есть бандиты. Я сейчас обязательно вот пойду и приведу его обязательно. Может, все-таки чайку? Нет, спасибо. У меня к вам последняя просьба. Если вы увидите посторонних людей, ну, мало ли что там ходит, спрашивает о чем-то, вы сообщите нам. Потому что, сами понимаете, без вашей помощи такие преступление очень трудно раскрыть, ну, почти невозможно. Конечно, обязательно. Спасибо вам большое. Ну что, садитесь. Все мы люди, все мы человеки.
Простите, а можно с вашего телефона позвонить? Мой не работает. Да, конечно. Возьмите. Я пойду. Телефон. А, да, я сейчас, минутку. Ты не отключил, лошара. Извини. Не успела. Потом перезвоню. Да, ничего, бывает. Ну, я пойду. Да, кстати, вы здесь собираетесь жить? Сын пока не гонит. Этого еще и не хватало. Ну, тогда не пожалейте времени, регистрацию сделайте. Ой, простите, пожалуйста, я приехала и вот... Все, ничего страшного, все бывает. До свидания. Всего доброго. До свидания. Я пойду. Я завтра же приду обязательно. Хорошо. До свидания. Обязательно сделаю. Всего доброго. До свидания. Приходите. Что, не отвечает? У сына телефон выключен, а муж сбросил вызов. Поссорились, да? Бывает. Ну ничего, приедьте домой, помиритесь. Нет, тут все сложнее. Что же у них там происходит? С ума просто сойду. Но это вы лишний. Мало ли что в жизни бывает. У меня он тоже. Когда жена трубку не берет или дочка молчит. Ох, я злюсь. Просто бешеным становлюсь. А потом приезжаю домой, выясняется, что... У меня предчувствие, понимаете? Там что-то могло случиться. Что, настолько серьезно? Да, очень. Тогда поедем быстрее. Когда это было? Что? Крышу чинили. За полгода до того, как отца посадили. Тогда точно здесь искать надо. Ищи, я сейчас. Андрюшенька, ты где? Галя,
Вон где? Андрюшенька, где ж ты спрятался? Не бойся, я ж твоя бабушка. Я же не знала, что этот гад тебя свяжет. Выходи, Андрюшенька. Андрюшенька, маленький мой, ну ты где? Где ж ты спрятался? А? А, вот где ты спрятался. Пойдем, хорош. Пойдем, мой маленький, пойдем. Пойдем. Отпусти! Отпусти! Тихо! Заткнись, закрой рот, убью! Ну все, в город мне уже нельзя. Сколько вам должно? Да ну бросьте, а чего? Нормально все. Спасибо вам большое. Всего доброго, счастливо. Че так долго-то? Ой, пацана ловила. А что с ним? Сбежать хотел. Поймала? Что там? А, вот смотри, здесь старая кладка, а здесь новая. Точно перекладывали. Надо здесь искать. Стой, подожди. Что? Дымом пахнет. Тебе кажется? Ты что, не чувствуешь, что ли, ничего? Нет, вроде. Говорю же, дымом пахнет. Подожди.
заводит. Пожар, частный дом, Пушкина, 13. До конца, Галочка, до конца. Ну вот. Да где же оно, а? Давно она появилась в вашем доме? Месяца два. И вы поверили, что она ваша мать? Она была очень похожа на фотографии. Они же сестры с моей мамой. Да и вообще, не было причины не верить. А эта фотография, она у вас сохранилась? Нет. Все сгорело вместе с домом. А мужчина этот, который в доме погиб, вы его раньше видели? Я нет, а жена видела. Он и есть тот странный грабитель, который на нее напал. Он же убил моего отца тогда, сбил на машине. Понятно.
Дима, покажи фотографию этого участкового. Посмотрите внимательно. Вы этого человека раньше не видели? Нет. Кто это? Да есть тут один. Представляется участковым. Проверяем на причастность к делу о серии ограблений. Ну, а как вы думаете, вот эта вся история с золотом, не выдумка? Ни мы, ни пожарные дознаватели ничего не обнаружили. Я не знаю. Может, она и взяла это золото. С ним уехала. И корабль мой сгорел. Ничего, сынок, новый построим. Я тебя понимаю. Столько раз уже это слышал. Давай так. Сначала здесь все расчистим, новый дом построим, а потом и корабль. Договорились? Договорились. А можно я пойду с другой стороны посмотрю? Давай, только осторожно, на пепелище не заходи, а то пол может обрушиться. Хорошо. Что ты думаешь? Да, в принципе, проект нормальный. Вот дом большой, гараж крытый. Оль, я все хочу сказать. Ты прости меня. Я так виноват перед тобой, что тебе не верил. Я больше никогда... Да ладно. Было и было. Главное, нам вместе держаться. Втроем со всем справимся. Четвером. Что? Ну, ты же хотел дочь. Жизнь. Вот у меня тесть никогда ничем не болел. А потом упал и все. И главное, 66 лет здоровый мужик был. Никто и подумать не мог. А вы надолго к ним? Видно будет. Я просто к тому, что с невестками-то разные отношения бывают. У меня, например, есть одна знакомая, так она говорит, что у свекрови с невестками вообще хороших отношений быть не может. Принцип у нее такой. А у самой две невестки. И с обеими, как кошка с собаками. О, стоят архаровцы. Доброе утро, лейтенант Кучеревский. Ваши документы. И вам доброе утро.
Извозом подрабатывать? Да какой извоз, товарищ лейтенант? Я вообще никогда никого не подвожу. Это отказать не смог. Сама я в другой город. Денег на поезд нет. Просила очень. Сын у нее умер. На похороны едет. Как тут откажешь, сами понимаете. Поезжайте. Спасибо.